В Нижнем Новгороде завершается приемка всех дошкольных образовательных учреждений к началу нового учебного года. В Советском районе комиссия проверяла детские сады на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, пожарной и комплексной безопасности. По результатам ревизии оказалось, что все без исключения учреждения соблюдают предписания санитарного законодательства. Кроме того, представители департамента образования проверили, все ли группы работают в режиме свободного посещения.